Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Анна Глазунова. Итак, сегодня в выпуске. В КФУ прибыли представители Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии. КФУ посетил атташе по науке посольства Италии в России. В Набережно-Челнинском институте КФУ прошел Сабантуй. В Казанский федеральный университет прибыли представители Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии. Гостей встречал ректор КФУ Ильшат Гафуров. Участники встречи обсудили совместный проект. Подробнее о встрече в нашем сюжете. С визитом в Казанский федеральный университет прибыл директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии Петр Яблонский. Институт под его руководством занимается изучением и лечением туберкулеза легких. В начале визита состоялась встреча с ректором Ильшатом Гафуровым. Во встрече также приняли участие проректор по биомедицинскому направлению Андрей Киясов, директор научно-образовательного центра Юрий Штырлин, главный врач университетской клиники Сергей Осипов и руководители подразделения университета. В начале встречи ректор КФУ отметил, насколько важна проблема туберкулеза. Как только мы стали повально мониторить всех своих студентов, сотрудников, работников сервисных компаний, которые с нас работают, то, к большому сожалению, все стало заново проявляться. Это, конечно, заставляет как бы заново посмотреть, где мы находимся в решении этого вопроса и что нам нужно делать как учебному научному учреждению. Совместная работа Казанского университета и НИИ фтизиопульмонологии по созданию противотуберкулезного препарата началась в марте 2018 года с подписания соглашения о сотрудничестве, которое состоялось благодаря усилиям директора научно-образовательного центра фармацевтики и руководителя проекта «Фарма-2020» в Казанском федеральном университете Юрия Штырлина. По словам Юрия Штырлина, разработка резистентного препарата для лечения туберкулеза стала возможна благодаря совместным усилиям КФУ и научно-исследовательского института фтизиопульмонологии, которым удалось совместить компетенции и оборудование друг друга в наиболее удачной конфигурации, и уже к концу 2019 года разрабатываемая субстанция выходит на доклинические исследования. Стороны пришли к решению, что в этой области необходим совместный проект. Петр Яблонский высоко оценил медицинское направление в Казанском федеральном университете. Сегодня я все увидел, и увидел не только то оборудование, которое у вас есть, но и те глаза, которые на нем работают. И как администратор, и как человек, который занимается наукой, многое оценил. Во-первых, мотивация команды, которая, не имея устойчивого финансирования, сегодня умудряется делать реально великие вещи. И то, что вам удается финансировать сегодня науку, несмотря на свои макрозадачи, это, безусловно, впечатляет как администратора меня. Далее гости в сопровождении ректора Ильшата Гафурова посетили императорский зал и музеи Казанского федерального университета, а позже отправили структурные подразделения по медицинскому направлению. Артем Тупичкин, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Казанский федеральный университет посетил атташе по науке посольства Италии в Российской Федерации. Подробности узнаете в сюжете нашего корреспондента. 17 июня состоялся визит в Казанский университет атташе по науке посольства Италии в Российской Федерации доктора Альдо Спалоне, известного нейрохирурга, директора департамента клинической нейронауки в неврологическом центре Лацио в Риме. Экскурсия традиционно началась с музея истории КФУ. Конечно, мне интересно посмотреть, поскольку я знаю хорошую репутацию университета, есть интерес и место для того, чтобы наладить прямые отношения с некоторыми совпадающими по качеству итальянскими вузами. А я как нейрохирург, я знаю, что здесь есть строгая программа по лечению наследства спиной травмы. Это мне очень интересный аргумент. Мне даже есть потенциальный интерес о том, что наладить прямое сотрудничество в этой области. На сегодняшний день КФУ ведет сотрудничество с 9 научно-образовательными центрами Италии. Также готовится подписание соглашения о реализации совместной образовательной программы аспирантуры между Университетом Пармы и Институтом фундаментальной медицины и биологии КФУ. В рамках визита состоялась встреча с руководством университета. О структуре Казанского университета и приоритетных направлениях развития гостю рассказала директор департамента внешних связей Ольга Вершинина. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универньюз. Будущие магистранты смогут задать вопросы по программе «Интеллектуальная робототехника» и увидеть роботов собственными глазами. Презентация программы состоится 22 июня. Подробности далее.
Высшей школе информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета 22 июня будет презентована магистерская программа «Интеллектуальная робототехника». Программа построена на моем опыте учебы и работы в таких вузах, как Технион в Израиле, Цукубский университет в Японии, университет Карнеги-Меллон в Америке и Бристольский университет в Англии. В итоге я собрал самое лучшее из этих программ, что в них было, и добавил в них некие недостающие компоненты, которые необходимы для российского вуза. Высшая школа ИТИС КФУ приглашает выпускников технических специальностей. Любой человек может стать специалистом в области интеллектуальной робототехники при достаточном вложении времени и труда. Как раз на входе мы от студентов единственное, что требуем, это знание английского языка и умение программировать. Всему остальному мы обучаем студентов на месте. Во время презентации будущие магистранты смогут задать интересующие вопросы, а также увидеть роботов, с которыми они будут работать. Анна Глазунова, Ленар Давлетьяров, Универньюз. Названы первые российские города, в которых будут запущены сети мобильной связи 5G. В их числе оказалась и Казань. О том, чем это полезно простым пользователям, нам рассказал директор Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ Сергей Мосин. Стандарт мобильной связи пятого поколения 5G – это новый этап развития технологий, который призван расширить возможности доступа в интернет через сети радиодоступа. О том, что коммерческие зоны эксплуатации сетей 5G появятся в первую очередь в трех российских городах – Москве, Санкт-Петербурге и Казани – на полях 6-го российско-китайского экспо рассказал вице-премьер Максим Акимов. Понятно, что системы мобильной связи они развиваются не так давно, но при этом каждый новый стандарт, каждое новое поколение, по сути, предоставляет новые особенности, новые возможности, которые в первую очередь проявляются в качестве телефонной связи, а в последнее время, последние два поколения ориентированы непосредственно на передачу данных. Соответственно, спецификой систем мобильной связи пятого поколения является широкополосный доступ, который предоставляет возможность подключения большего количества пользователей, обеспечивает большую пропускную способность. Задачи, которые призвана решить технология 5G, это рост мобильного трафика, увеличение числа устройств, подключаемых к сети, сокращение задержек для реализации новых услуг и многие другие. Сейчас решается вопрос с частотами для сетей нового поколения. Именно от него будет зависеть стоимость для потребителя, конфигурация рынка и условия присутствия на нем игроков, отметил вице-премьер. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универньюз. 15 июня на территории базы отдыха «Дубравушка» прошел Сабантуй-2019 для сотрудников и научно-преподавательского состава Набережно-Челнинского института КФУ. О том, как это было, наш сюжет. Вот уже не первый год Набережно-Челнинский институт Казанского федерального университета отмечает праздник плуга и труда в лагере «Дубравушка». Так и в этом году весь преподавательский состав с семьями собрались вместе, чтобы принять участие в долгожданном и всеми любимом празднике. Празднование Сабантуя торжественно открыл один из самых сильных и талантливых коллективов КФУ – ансамбль народного танца «Саяр». Далее с приветственным словом перед гостями выступил директор Набережно-Челнинского института КФУ Махмуд Ганиев. Он выразил благодарность своим коллегам за плодотворный труд на протяжении учебного года и пожелал отметить Сабантуй весело и задорно. Преподавателям и детям скучать было некогда. Горшки, бег в мешках, сельский гольф, коромысло, рыбалка и снайпер – это еще самая малая часть конкурсов и игр, подготовленных специально для сотрудников и их детей. Обилие площадок и интересных игр позволило каждой семье показать, насколько они сильные и сплоченные. Позже взрослые смогли обменять купоны на полезные в быту вещи, а дети бежали за сладостями или игрушками. Параллельно с работой игровых площадок на сцене выступали творческие коллективы Набережно-Челнинского института КФУ. Благодаря им атмосфера праздника наполнялась еще большим весельем и радостью. Кульминацией праздника стал долгожданный конкурс «Батыр Сабантуя». Участникам предстояло пройти несколько истинно мужских этапов. Выпутаться из паутины веревок, забить гвоздь, а также развязывать узлы и метким броском закидывать в ведро картошку. Конечно, каждый из них справился с данной задачей отлично, ведь сотрудники Казанского федерального не только умные и талантливые, но и самые сильные и мужественные. Но это еще не все. Какой же праздник обходится без традиционного приготовления наказания плова? Именно это блюдо стало приятным завершением празднования Сабантуя. Лилия Талипова, Универньюз. На этом у меня все. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. Еще увидимся. Пока.